В Махачкале полицейские задержали грузовик с нелегальным алкоголем. На бутылках отсутствовали марки акцизного сбора, а водитель фуры не смог предоставить стражам порядка документы, подтверждающие законность груза. Вся продукция была изъята. Это свыше 10 тысяч бутылок спиртных напитков. Все они были уничтожены. По данному факту составлен административный протокол. Нарушителям грозит крупный штраф. Также у МВД России хотелось бы предупредить физических и юридических лиц, занимающихся реализацией алкогольной продукции, что согласно закону Республики Дагестан, реализация алкогольной продукции в дни празднования месяца Рамадан на территории Республики Дагестан, в частности в городе Махачкале, категорически запрещена.